Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Ну, честно говоря, вот ультиматум вашего сына выглядит немножко манипулятивным, да, потому что сложно представить, что мальчик 15 лет может куда-то уйти. Уйти из дома, в смысле. Но, вы знаете, вот то, что мне хочется вам сказать, да, вот я вот читаю ваш текст, и то, что я чувствую, это не желание вам посоветовать. То есть, мне кажется, что вот тот факт, что вы хотите совета, он вашей проблемы не решит, потому что, ну, получите вы, условно говоря, совет, получите вы совет сейчас, да, и, как бы, может быть, даже ему последуете, но, а что будет дальше, что будет, в следующей, ситуация, которая, ну, может произойти, и что вы будете делать в ней, вот, понимаете, поэтому мне кажется, что изначально несколько ваша позиция связана с запросом на совет выглядит несколько, ну, я бы сказал, несколько странно, несколько деструктивно, потому что что у других людей есть власть над вами, это как и сказал мой коллега, да, это не случайность. То есть, если другие люди имеют над вами власть, значит, скорее всего, вы ставите их выше себя. И выше себя кого-то ставить возможно только в том случае, как мне кажется, если вы, ну вот, в какой-то степени обесцениваете себя. То есть, ну, просто берете и, условно говоря, ставите себя ниже, чем другие люди. Просто берете и обесцениваете, допустим, себя. Вот, считаю, например, что вы и ваши интересы, ну, к примеру, не так важны, как, допустим, другой человек, как другие люди. Вот, ну, предполагаю, что без них, без этих людей, вы, допустим, к примеру, не сможете прожить или не сможете справиться и так далее. То есть вот такая есть позиция. И большим счетом все упирается в то, что вы смотрите на других людей в контексте улучшения своей ситуации. То есть вы смотрите на других людей в контексте
замещения и ими себя. Это чисто в взаимоотношениях проявляется так, когда вы делаете уступку, жертву собой. И человек чувствует, что вы не хотели. Человек чувствует, что откровенно вы своей, ну, своим, не знаю, подходом, например, себе вредите. Но все равно продолжаете это делать. Все равно продолжаете делать такой выбор. И человек понимает, ага, я важнее, чем она, ну или он. Значит, я могу ставить свои интересы выше. Но об этом вам, в принципе, сказал мой коллега. Вот, я не хочу повторяться. Я хотел бы немножко на другой момент обратить ваше внимание, что почему-то так вышло в вашей жизни, что вы не считаете свою жизнь, себя такой же интересной, как и существование других людей. Вы почему-то не считаете себя, свое существование интересным. Потому что слишком сильная зависимость от другого человека, слишком сильная зависимость от других людей. И возможно, что этих людей ставить вам ультиматумы. Возникает тогда и только тогда, когда есть обесценивающие тенденции по отношению к самой себе. То есть в данном случае у вас есть обесценивающие тенденции, в данном случае у вас есть принижение собственного интереса своей жизни, постановка других людей выше себя, в том числе и своего сына, и своего мужа, вот. И, наверное, недостаточное знание того, чего вы хотите. Ну, я так думаю, по крайней мере. Я так предполагал. Вот. То есть, понимаете, когда человек не очень знает, чего он хочет, ему крайне становится важно сделать то, чего хочет другой. Так происходит замещение. Но не происходит, что называется, жизни. Понимаете? Интересная штука. Вот, знаете, довольно большое количество
Родители живут, ну, ради своих детей, ради там своей семьи, то есть, ну, большое количество родителей достаточно себя не ценят. Но не у всех, и это важно, не у всех их дети, как у вас ребенок, который ставит ультиматум, да? Есть процент людей, и я бы не сказал, что он маленький, этот процент, который так же, как и, которые так же, как и их родители, не ценят себя. И вот интересно, а с чем это связано? Связано это, конечно же, с посылом. То есть, какой посыл, какое послание дает родитель своему ребенку. Иногда бывает такая штука, что родитель дает ну, послание такое же, то есть типа что я там, условно говоря, живу для других людей, и ты тоже, ты тоже живи для других людей, вот. А иногда бывает послание и такого плана, что я живу для других, я живу для других людей, а ты живи, как бы, для себя, да? Вот. И вот вы, как мне кажется, своему ребенку, ну, как бы, посылаете такое послание, что я живу для других, но ты живи для себя. Потому что я сама не могу жить для других. То есть вам в какой-то степени хочется жить для других, но вы живете для других. Хочется жить для себя, но вы живете для других. И живете для себя через своего ребенка. И ваш внутренний конфликт, что вот вам хочется жить для себя, но вы живете для других, сталкивается в ребенке. Вот. Понимаете, какая штука? Вы вот это вот шоковое состояние, когда вы не ожидали от ребенка такого поведения. Неправда. Я думаю, вы ожидали и знали в глубине души, что он так себя поведет. Возможно, вам даже в какой-то степени хотелось этого. Но, конечно, вам сложно в этом себе признаться. Вот, поэтому здесь я бы сказал вот так. Такой момент. И вам нужно набраться смелости, набраться мужества. Мне кажется, набраться смелости, набраться мужества. И признаться в том, что либо хочется, вот, либо очень
хотелось бы, вот, жить для себя. Если вам тяжело, тяжело, хоть вы и привыкли жить для других, вот. Если ребенку вы транслируете такую мысль, вот. Ребенок это понимает. Ребенок понимает это так, как вы ему передаете эту идею. Вот. Но на пользу ли она ему идет? Конечно, нет. Потому что он обучается модели поведения такой, которая, ну, ничего хорошего ему, в принципе, не несет. Вот. Понимаете, понимаете? И момент в том, что у него нет примера. Вот. У него нет хорошего примера того, как нужно действовать. У него нет образца поведения, потому что вы транслировали ему несколько не то. Это я не в стиле вас там как-то оскорбить, унизить и так далее, нет. Это я в стиле вам показать, что где проблема. И ваша задача и задача психотерапевта, как мне кажется, заключается не в том, чтобы дать какой-то совет, последовав которому вы могли бы выйти из этой ситуации. А мне кажется, задача психотерапевта заключается в том, чтобы научить вас жить для себя и показать примеры ребенку. И таким образом, с одной стороны, научить его более продуктивной модели жизни, с другой стороны, таким образом вас уважать, и с третьей стороны, научить его ценить не только других людей, но и себя. Ведь понимаете, несмотря на то, что ребенок думает, что он поступает эгоистично, он на самом деле он на самом деле действует не для себя, он действует для других людей. Вот. То есть он пытается сменить свое окружение. Он думает, что как бы уйдя от, допустим, отчима или нет, отчим уйдет, то это сделает его более счастливым. Но на самом деле это не так. И это еще один элемент вашего наследия ему. То, что вы транслируете. Вы транслируете ему примерно такую мысль, что я живу для других, да, и не могу быть счастлива. Ты живи для себя за счет других и будешь счастливым. Ни та, ни другая позиция не является продуктивной, ну, как вы можете видеть. Вот. И это нужно корректировать, потому что корректировать, ну, в первую очередь у вас, как мне кажется, потому что, ну, в данном случае все идет от вас, и если вы
сможете сами как бы поменять свои взгляды и поменяться, вот, то и ребенок ваш тоже сможет измениться, вот, и стать счастливее. Но только после того, как счастливы станете вы. Вот, только после того, как, да, вам будет, безусловно, больно и грустно от того, что происходит, но именно в шоковое состояние у вас это вгонять не будет. Понимаете, шоковое состояние – это бегство от ответственности. То есть я в шоке, я не знаю, что делать, пусть другие решают. Вот. Это позиция, ну вот, очень зависимо. И у вашего ребенка тоже зависимо позиция. Вот. Просто он так не думает. Вот. Ага, это то, что я хочу вам сказать на данный момент. То есть, я надеюсь, смог донести до вас мысль, что какого-то идеального совета, правильного совета здесь нет и быть не может. Вот. Вам нужно разобраться в себе. Нужно научиться слышать себя, транслировать уважение к себе и так далее. Транслировать любовь к себе. Не пытаться получить эту любовь от других людей, выпросить ее, а именно вот транслировать. Причем обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы, получается, с одним мужчиной уже развелись, да? То есть, получается, раз это отчим вашего сына, значит, его отец, как бы, с вами больше не в отношениях. Там тоже были определенные проблемы. На них тоже следует обратить внимание, потому что, уверен, эти проблемы, эти трудности перекочевали ваш текущий, ну, если это брак, если вы снова вышли замуж повторно, вот, замужество, если вы просто в отношениях, то эти проблемы перекочевали в то, как вы взаимодействуете с своим, ну, вот, мужчиной, который с вами сейчас. Вот, ну и наконец, последнее. Подумайте, пожалуйста. Вот вы говорите, что сын и отчим не могут найти общий язык. Как это влияет на вас? Ну, то есть, нет ли у вас внутреннего такого требования, чтобы сын и отчим нашли общий язык? Они ведь его могут и не найти аноним. Они могут его не найти, потому что они разные люди. Они не родные люди. Вы говорите, что они значит, ну, вот вы здесь пишете, что мой муж и сын не родные. Они не родные люди, и они могут не найти общий язык. И это нормально. Но они могут попытаться, но они могут не найти, потому что ребенок может не принять ваш выбор мужчины. Неважно по какой причине, но он вправе не принимать ваш выбор. И вправе не принимать мужчину. И, а у меня возникает такое ощущение, да, что вот вы и
ваш партнер, муж, требует, чтобы сын принял вас. Мне кажется, это нарушение личной границы ребенка. И почему удивляться, что ребенок также нарушает личные границы ваши? Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому, если вам нужно, чтобы ребенок и муж нашли общий язык ради вашего спокойствия, то не стоит думать, что после того, как они общий язык найдут, это спокойствие, ну, как бы повторится. Нет, требуется постоянная поддержка этого спокойствия. Ну, будет требоваться постоянная поддержка вашего спокойствия. Вот. Понимаете? А это постоянный стресс. Опять же, постоянное напряжение. Поэтому я бы сказал, что есть, к сожалению, довольно много вещей вот на данный момент в вашей жизни, которые являются как бы деструктивными, несколько дисфункциональными. Вот. И порой даже вредными. Я надеюсь только на то, что дал вам пищу для размышлений. Вот, я надеюсь, что вы сформулируете обратную связь, вот, которая и послужит началом вашей психотерапии, результатом которой послужит обретение состояния гармонии с собой и выравнивание жизни людей вокруг вас, в том числе и вашего ребенка, в первую очередь вашего ребенка. Всего вам самого доброго.